Здорово-здорово всем, народ. Взяли мы с вами складовочку фастфарма. Первый раз такой, никогда не брал еще. Заплатил 432 бакса плюс бензин. Вот такая вот небольшая она. Коробочки. Что-то здесь вроде обувь какая-то есть. Непонятные какие-то кеды 42 размера. Есть ли они там или нету. Ящик. Гантели, еще ящик, телевизор, что-то музыкальное может быть внутри там, а может и нету. Xbox тоже может быть, а может и нету, еще не трогал. Сейчас будем все это проверять и смотреть. Тут стол компьютерный снятый, сверху крышки нет, какой-то вещи валяются, разбросаны. Здесь сумка, здесь какая-то картинка натянута, коробка пустая сразу, из-под масок здесь. Там еще коробочка есть. Буду сейчас вытаскивать все и вам показывать. Поставлю здесь вас подальше немножко, чтобы вам удобно было и комфортно все видеть и слышать, так сказать. И буду потихонечку сюда складывать все. Ну, слышно меня будет по-любому, а видно, ну, сейчас поймем, посмотрим. Так, такая туба. Что это такое? Amazon Basic. Не знаю, первый раз вижу такую. Туба, она не раскрывается, не открывается, ничего. Пенопласты. Ящик. Ящик не пустой, видно, что-то в нем есть. А в нем две бутылки, я чуть не уронил, между прочим. В нем хранится две бутылочки вот такого Пересе, Венесе, Бунжур Массе. Это у нас Ламарка Процесса какой-то, 750 миллилитров, Демонизейшн ди Ориджин Канталь Италия. Итальянское что-то такое. Почему в коробку это не складывается, я не пойму. Это не от этого коробка, потому что, скорее всего. Ну, все-таки мы оставим это все в коробке. И будем отвозить это в коробке, соответственно, забираем. Не знаю, даже считать не буду, сколько это стоит. Алкоголь обычно не продаю. Не оставляю еще ни разу не продам. Здесь вот тоже какая-то коврик. Спортивный коврик. Новый абсолютно в коробке. Та-да-да-да-да-дан! Xbox, друзья! Xbox! Тру-ля-ля! Его нету. Пустая коробка. На 1 терабайт его нету внутри. Та-дам! Минус Xbox. Но может быть он где-то там спрятан дальше, конечно. Сейчас посмотрим. Будем надеяться на это. Кофта. Колчела какая-то. Колчел-молчела. $10 она отлетит, если это не бренд. Поиск, кто-то у меня спрашивал на рынке, за $5 он уйдет легко даже. Он массажный какой-то там, он с магнитами за 10 может даже уйдет. То... Если там на месте это все, мы одной вот этой коробочкой отбиваем весь юнит, если здесь лежит на месте. Эссе Лоран, друзья. Ебать, Эссе Лоран заношенные. Ну все, мы ими не отбиваем. Я не хотел сказать, если они не заношенные. Ну, продадутся там, их помыть, почистить, продадутся за 100 баксов. Улетят. Но у нас есть второй шанс. Мы с вами стопудово счастливчики. 42 размер. Давайте. Ба-бам. Блин, вторые тоже самое заношенные, смотрите. Подкрасить их. Ну, по 100 баксов отлетят, если их подкрасить еще. О, лазер. Вам светит? Бьет вон до конца-то. Легко. Хорошая игрушка. Оставляем себе ее. Будем светить лазером. Баловаться с кошечкой, с какой-нибудь, или собачкой там кто-нибудь. Господи, не прикрепляется. Ладно. Не надо, значит. Вот он носил эти чешки. Эссе Лоран, сидел на этом стуле, стул тоже заношенный. В принципе, стул достаточно хороший, с механизмом, но грязный. Но если его на мойку завести, кстати, керхером жахнуть один раз, он станет новым, мы его с вами продадим. 100%. Ручка из Хилтона. Видно, что у чувака были бабки. Какие-то хоть. Чтобы в Хилтон попасть, тоже нужны деньги. Три ракетки теннисные. Одна из них в более-менее состоянии. Уилсон.
всякими тюнингами. Давайте их оценим по 10 долларов по минималке. Они дороже уйдут. По 10 долларов оценим. Далее. Вот такие две двадцатки. Хоп, 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 хоп. И пошел такой. Плечи можно покачать. Повставать можно на носочках-то. Можно поприседать чуть-чуть там ровненько, да, со спиночкой. Все можно делать. Двадцаточки. Они уйдут у нас за 20 долларов две легко. Далее. Вот такая коробка для теннисных мячиков, чтобы ходить в теннис играть. Ну, я думаю, 15 долларов она точно стоит. 10-15. Там может быть дороже. Достаем отсюда для Asus настройки какие-то. Что это такое? Какая-то коробка знаменатная. А внутри вот так открывается. 06, 26, 21. GB. Я не знаю, вам видно? Па-бам! Это свадьба у них была. Бруки, Николь Вильямс и Джеймс Михаил. Поженились и развелись. Фу, слава богу, Господь не держит мой брак еще с моей женой. На всю жизнь, надеюсь. Не хочу разводиться, чтобы потом опять жениться. Нахер надо? И вам вот говорю, я знаю так, анекдот один такой, типа. Первый раз там ушел от одной жены, второй женился, второй раз ушел, женился, третий раз ушел, женился, четвертый раз ушел к жене другой, женился опять. Пятый раз ушел, женился и думаешь такой, блядь, если бы знал бы, что так будет, от первой жены бы вообще не уходил бы. Поэтому надо всегда думать. Ароматизатор, освежитель какой-то воздуха, очиститель, скорее всего. Мы его на eBay или на OfferUp продадим легко. Я думаю, что он баксов 20 будет стоить минимум. Он такой вот хороший киоск какой-то японский. Далее. Поставим его сюда на SL-раночки. Продажу. Далее у нас здесь идет две подушки мусорные. Там сзади. Здесь лежанки такие, знаете, колючие, типа. Чемодан Самсонит, соответственно. Дешевле мы ничего не носим. Не принимаем. Только Самсонит. Америка, ебать. В Самсонитах для гольфа Nike. Вставлена, кстати, деревяшка в них очень хорошая. Ну, форму держит то, что растяжки. Далее. Мусор, мусор, мусор. Мусор будем отсеивать. Коробочку найдем, будем мусор отсеивать. Мячики. Раз, два. 6 упаковок осталось. Остальные он проигрался. 6 упаковок таких там. По 5 долларов они. Ну, уйдут всегда. Что-то Google. Google что-то. Google, я не знаю, кто это знает, что это за Google. Какие-то станции, усилители, что они делают, будем разбираться. А вот и ножницы для стрижки мы нашли. Посмотрим потом на эти ножницы. Google продастся по-любому. Подушки две, абсолютно ненужные никому. Мусор. Все. Подушки мусор. Шляпа. Large size. Состояние ничего. 5-10 долларов. Ну, 5 долларов на рынке уйдет она. Далее, давайте коробочку под мусор, может быть, найдем как раз. Здесь shoe dress какой-то. А в shoe dress у нас тут коробка какая-то. Освежитель, типа, и эти, как их, маски. Картина, картина. Одна картина, вторая картина, две картины. Что за картины, тоже надо будет разбираться, смотреть. Здесь у нас все, что со стола и с ящика сгребли. Будем выкидывать сейчас ящики, проверять. Полотенце нам не нужно. Кипарик Flymerates. Ха-ха.
Салам алейкум. Дальше. Great again какой-то. О, вот это бранка красивая. Новая кепка, абсолютно бранка. С ананасиком стрёмная. Сейчас еще тут пару кепочек какие-то. Вот это с собачкой пойдет. Кют тоже стрёмная. Все, друзья, это мы все возвращаем. Джапанис куртка, кофта какая-то. И здесь мы устраиваем с вами мусорку. Конкретно. Все, что мусор, мусор, как говорится. Вульфпак, электрозоо, супернатурис какой-то. Вульфпарк какой-то. Так, это мы оставляем. Кофту мы оставим в чемодан. Кепки мы оставим. Это все мусор. Из отеля понатырил, как тут дело. Синяя таблетка, красная таблетка. Это тоже мусор. Здесь у нас мусор. Это мусор. Это мусор. Мусор. Что тут у нас? Рум. Лос-Анджелес какой-то. Это что такое? Футболки какие-то. Рабочие такие любят футболки. Заберут. Легко такое все забирается. Бумаженцы. О! Мама, папа, я. Веселая семья. 23-й год, друзья. Ребят нарисовали где-то. Но они что-то не стали сохранять это все. Кондерс микрофон какой-то. А, это для этого просто микрофончик. Для телефона, типа там. Что у нас за бренд такой? Новая футболка. Turex. Drink Local. Ну, оставим, она уйдет за 2-3-5 баксов. Всегда. Для микрофона держалка. Все, здесь ничего такого нету. От Брауна единственное вот это вот. Какого-то Брауна, я не пойму пока. Оставим стражку. Так, дальше. Вот такая коробочка Express Bell Fitness. 5 минут, и типа ты на мяче. Что такое? Мяч с насосом. Новый спортивный мяч с насосом. Отправляется на eBay размер M. Друзья, к сожалению, Сен-Лорен, еще одна пустая коробка. Не очень, конечно. Хотелось бы, чтобы она была полная, но, увы, нам не повезло. Так, смотрим дальше. Вот это вот какое-то покрывало, практически новое. Я уверен, что оно из хорошего материала и уйдет. Достаточно быстро. Ту-ту-ту-тун. Чехлет. Кейсик какой-то. Написано на нем Тарл Бич. Здесь внутри переходник. Наушники должны быть. Но их нету. Должны, но их нету. Тоже непонятно что. Это все. А, это вот. Для звука. Крышечки для наушников. Ладно, оставим. Может быть, наушники у нас сейчас где-нибудь найдутся. Поэтому не всегда надо расстраиваться сразу, а потом только. Крепежик для телевизора. Отправляется задняя часть на eBay. Дальше, друзья. Вот такой вот левой освежитель. Воздуха тоже. Очиститель, так сказать. Так, мне интересно было, что в этом кейсе. Сейчас я его трогаю, он достаточно легкий, как будто отсюда все вытащили, блин. Ничего не оставили-то. С одной стороны. С другой стороны, здесь вот замок сломанный. Старый. Да-да-да-да! Скрипуля на месте.
Скрипулечка деревянная, друзья. О. Два скрычка, сверчка, или как там их называют. Два их здесь находятся. Струны на месте. Вы знаете, я на скрипке профессионал, как бы. Я играл. Раньше у меня есть одна скрипка. Bausch, Made in Germany. Немецкая скрипка. Magris. А вот аксессуар вот этот Bausch стоит на ней. Сейчас я оценю. Маленькая размером. Ну, все нормально работает. Мы с вами ее протестировали. Осталось нам только оценить ее в будущем, да? И, соответственно, продать здесь. Коробочка, дополнительные струны у нее есть там. Все как положено, друзья. Оказалась легкая коробка очень. Я подумал, что нет внутри сначала. Но на месте. На месте. Все хорошо. Продадим. $200 она стоит. 150 точно, минимум. Дальше, друзья. Переходим к такому ящику. В нем огромный старый грязный рюкзак. Такие шикарнейшие кожаные ботинки американские. Ну, не знаю, что это за ботинки. Но они шикарные, замши с хорошей. Далее. Здесь у нас еще одни. Что за бренд? Порванные. Дальше у нас еще здесь. Просто ужаснейшие. Убитые из Сент-Лорена. Ну, с ними ничего не сделаешь. В таком состоянии вообще. Нормально. Человек только такие носил. Ну, зачем он до такого состояния их вынашивал, я не понимаю. То же самое вообще. Просто. Эти еще можно постирать. Попробуем. Стиралку их прям закинем. Посмотрим, что из них выйдет, так сказать. Рюкзак, смотрите. Почему он так докатился до такого грязного состояния вообще просто? Интересно, мне всегда вот этот вопрос мучает. Почему люди докатываются до такого состояния? Silk Young. Открыточки. Apple какая-то типа. А здесь что? Тоже какие-то всякие вот коды, типа, на... Здесь закрыто, с коинами. Ну-ка, здесь тоже закрыто. Сейчас мы откроем. Давайте с вами пооткрываем, чтобы вам тоже же интересно, что я один в одно лицо-то. Может, колечко будет какое-то с бриллиантом. Ребята любили так друг друга здесь. Две ушные затычки и пластырь. Ну, 2019. Вот с монеткой. Четыре монеты в игровые автоматы, которые... Only. Прикольно. Тут мутили, там заклеивали все, чтобы я сейчас расковыривал. Кому-то это делали... Расковыриваю я. Классно. Спасибо большое. Спасибо. Я очень счастлив. Я очень рад. О, блин, эти 5 монеток заберем. Какой-нибудь аппарат засунем потом, где-то меняли.
Я просто безумно рад тому, что мне подарили все-таки. Получилось так, что столько мне подарков подарили, я счастлив. Сами понимаете. Все, короче. Да разбираем дальше. Что-нибудь найти надо, а не подарки. О, кошелек. Жвачки целая пачка. Кошелечек кожаный, колчевский. Без кэша внутри. Но с бумажкой. Опять записки. Опять что-то там. Байхаус, рентхаус. Сьёки, карточки. Приорити пас. Ситибанк. Все это. Колч, кошелек хороший. Уйдет. 10-15 долларов продастся. Он шикарный. Рюкзак нет. Рюкзак убитый вообще, конечно, поношенный. Он пожил уже с этим человеком, кто его носил. Везде, я так чувствую. Потому что тут внутри чего только нету. Куча записочек, писюлечек. Будем искать электронику, да, здесь. Должна быть что-то электронное. Все-таки в рюкзаке, мне кажется. О, вот он, типа, я увидел где-то. В Аризоне он работал. Дисконтные карточки всякие разные. Сан-Франциско паркинг. Клуб рок-н-ролл. Безопасность прежде всего. Презерватив у него есть. Все, там уже ничего нет. $5. Доллар, фишечки из казино. Ключи. Это что такое? Open lock safe. Оставим ключи пока что. Может, это сейф от какого-нибудь? Вилская. Наверное, у него Aston Martin фаворит его машина была. Потому что SLRN, Aston Martin. Что-то они сближают, так сказать, да? Мне так кажется. Все, здесь ничего нет. Здесь тоже нет. Ювелирки, ничего нету такого. Вообще ничего не было ценного. В рюкзаке одни документы и хлам. Но роман вот какой-то здесь. Что это такое? Что это делается? Что это за пилюльки такие, эти маленькие? Сумочка какая-то.
Опять с этим роман. Цилиндры пропинг рассекал. А, таблетки какие-то. Много таких таблеток было почему-то. От телевизора. Пульт. Пультик от телевизора. Здесь у нас мусор, 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 мусор. От чего? Без полки какой-то, без понтовый. Все, рюкзак тоже уходит туда. На мусорку. Переходим к более... Ой, тяжелый какой. Кофта, смотрите, какая. Для футболистов. Наверное, футболистом, может, он был. Вот такому более пластмассовому ящику. Хорошему. Видно, что лыжка. Здесь пусто. От видеокарты ничего не осталось. HP нам не нужно. Что это? Мышка новая, игровая. Оставляем. Компьютер для интернета нам нет необходимости. А для вот этого есть. Он новый, потому что клава игровая. Еще одна клава игровая новая. Что-то теплинг какой-то непонятный. Еще одна игровая. Ой, ёпти. Не туда положил. Провода, потому что вот эти попались. Желтые связались с мышкой. Мышки отлетят. На eBay их выставим. Игровые они всегда продаются. Потому что игровые всегда дороже стоят, чем обычные. Простая любая, там, деловскую фирмовую взять, дешевую, такую неигровую. А это гейминг-маус какая-то, там, супер-пупер, маджик-эджик. Отлетит. С молотка с нашим. А, здесь и компьютер еще игровой. Дрова были. Драйвер я не буду выкинуть. А, это от стола, поднимать стол. Ну, компьютер разобранный. Все он разобрал, от него корпус остался. Вытаскивали здесь с компьютера все. Хулиганы какие-то. Ну, ладно. Посмотрим. Корпус игровой, может, он тоже что-то стоит. А так, конечно, мародеры здесь присутствовали какие-то. Поймать бы их, уши им оттрепать. Вот такой вот турник к стенке прикручивается. Тоже запечатанный. 20-25 он стоит. Стол этот с кнопочками, он поднимается, опускается вниз. Как я его вытаскивать буду, пока не знаю. Телевизор TLC, от которого у нас пульт уже с вами есть. Тоже, да? Друзья. Далее. Целый ящик вещей. И мне нравится то, что я вижу сразу на первой вещи бирку. Новая. Bugs Bunny. Далее, жилет новый. БУ. БУ. Полотенце. Сейчас сразу быстро переберем. Питер Миллер. Перу. А это что такое? Аэрстим какой-то. Это новое. Кофта новая оставляем. Шорты. Эссен Лорен. Оставляем. Далее рубашечка. По моде.
Лондон. Оставим, посмотрим, что там с Лондоном у нас. Adidas Short. Запускаем в продажу. Дальше вот такие штанцы спортивные Nike новые с ценником $32. Вот что-то новое еще здесь. Такие штанцы белые тоже. Подштанники тоже $32. Новье жилетка для футбола, да, я так понимаю, футболка. Это что у нас тут? Лондон опять тот же бренд рубашки. Чистая, целая, хорошая. Новая. Еще вот новая у нас здесь. Штанцы. Тори. Новье с биркой. Ценник есть. $295 цена. Не знаю, что это за фирма. Трио. Это нам футболки такие точно не нужны. Что вот это за круг такой? Куда его применять? Клип крутится на нем? Что так лежать? Давайте оставим. Нью-Йорк, Мадейн Чайна. Чайна Майна. Чайна Таун. Бьют какой-то. Адидас штаны новые. Спортивные такие. $60. Адидас шорты. На рынок. Новая на eBay. Nike. На рынок. Идеальная футболка. Штаны. Бэушные на рынок. Подштанники. Бэушные на рынок. Далее, что вот это такое? Надо быть осторожным. Rag Bunny, Нью-Йорк, стандарт. Хорошая на рынок. Идеальная вообще. Костюм. Ralph Lauren или что это? Made in China. А что, нельзя было какой-то костюм? Suit Spli. Чтобы он был какой-то дорогой за $10,000. Hawaii bag какой-то. Сумка от Hawaii. Полотенце. Сразу утилизация. Will Up. Коробочку, друзья, вот такая. Что это такое? Will Up. Пусто. Пусто, выросла капуста. Нет ничего в этой коробке. Так, это что у нас тут? Seller and bag. И в нем шнурки. Давайте оставим шнурки. Всегда в моде. Они быстро пачкаются. Лас-Вегас, 21 год. Какая-то коллаборация кофты с чем-то непонятно. Это не нужно нам. Тапки, зараза, спер с отеля. Хулиган. Ах, хулиган. Тапки-то с отеля спер. Все-таки. Скакалки. С утяжелителями. И последняя кофта. Playboy значок. Ой, красота. Ой, красота, друзья. Вот такая вот. Playboy. Тоже $15 у нас уйдет. С молотка. О! Ладно, это будем разбираться с замком с этим потом. Что тут у нас? Новое все. Шампуни. Фонарик даже есть. Для велосипеда. От чего непонятно, от палочек каких-то. Какие-то щетки одноразовые там такие. Пластырь. Нам точно не понадобится.
шнурки отдельно еще. Станки жилетные ебэ уйдут. И вот эти вот, что это такое, фу, запах этого DAF новое на ebay отправим. Здесь такая дорожная сумка. В дорожной сумке есть коробочка интересная. В ней ножницы, всякая хрень. Салфетки влажные, уже не влажные даже. Уже долго пролежало, значит, здесь это все дело. Мерить давление. Не давление, а... Сейчас скажу вам, как вспомню. Кислород. Наверное, после коронавируса у всех такие штуки. Блю Шанель. Голубой Шанель в таких вот тюбиках тут есть. Три тюбика. Голубой Шанель оставляем. Больше нет, остальное все выкидываем. Далее, друзья, о, какой тяжелый ящик вот этот на самом деле. И ручка была здесь Sofitel Hotel Resort. Sofitel, ну нам она ни к чему вообще на самом деле, хотя можно собирать ручки всякие там, да, хлопучки. Коврик греющийся. Здесь, чтобы не храпеть. У нас такие штуки для наноса или куда есть. Храпел, блин, хулиган. Это что такое? Таблетки какие-то. Витамины. Заклеивалка чистая. О, какой утюг классный, Равентес такой. Кнопку нажимаешь, он затягивает обратно. Вот что такое, салфетки какие-то влажные. Еда. Щетка для обуви, чистка. Хорошая, кстати, щетка. Оставим ее. Опять же, колодки для растяжки обуви оставляем. Это все на мусорку. Это что такое? О, какая. Ушные, уши чистить многоразовая такая. Чаи. Что-то тут органическое. Макароны органические. Срок годности. Best before 22 год. Бритва Браун. Сейчас посмотрим, может, зарядка к ней есть. О! Что это такое? Что-то чистить. Ну, это порошок стиральный. Я думаю, вот эти моющие посуду. Удобно очень. Маски. Sleep mask. Черный для сна. Зубы чистила. Батончик какой-то. Утербар. Где доллары подарены? Вот и ушла она от тебя, что не дарил доллары. Хоть один раз бы подарил. Смайл. Опять макароны. Макароны только понадавал ей.
И все. Бар опять вот эти какие-то батончики, что ли. Скакалки еще тяжелые. Чистить одежду нам не нужно. Маски. Ложка.